Ободранные стены, дырявая крыша и сплошная плесень. Одноэтажное здание 1956 года рождения расположено по адресу улица Академика Павлова, 109. Всего 14 квартир. Люди вынуждены выживать в собственном доме. Из-за худой крыши потолки у людей не просыхают. Стены начали сыпаться уже давно. Идти жителям некуда. Пару лет назад дом признали аварийным и даже включили в муниципальную программу по сносу ветхого и аварийного жилья. По программе дом должен был быть снесен еще в 2012 году. Однако из-за недостаточного финансирования программу закрыли. До 109 дома очередь так и не дошла, а люди остались со своими проблемами один на один. На встречу с жителями проблемного дома приехал председатель правительства Александр Смекалин вместе с представителями городской администрации. Решение проблемы есть. Необходимо восстанавливать документы о признании дома ветхим или аварийным и заново вставать на очередь. Все это влечет дополнительные траты для самих людей, да и времени будет затрачено немало. Александр Смекалин поручил представителям мэрии решить проблему своими силами, а не силами пострадавших людей. И найдите мне к этой программе обоснование, то, что они были. Вот, это раз. Второе, подготовьте там от меня письмо на Панчина с просьбой рассмотреть этот дом в связи с вот этой вот программой на этой комиссии по поводу включения. Председатель правительства поручил в течение недели найти в архивах всю информацию о старой программе по переселению, куда был включен дом, чтобы начать как можно скорее восстанавливать статус аварийного жилья. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.